большие, крупные, дневные, ночные, могучие, сильные. Сегодня говорим об искусных охотниках, а также санитарах лесов и полей. Герои нашей программы – хищные птицы. В их число входит более 300 видов различных птиц – орел, ястреб, конюк, сокол, гриф и сыч. Воздушные асы с изогнутыми когтями и крючковатым клювом могут расправиться с любой добычей. В отличие от большинства плотоядных собратьев, свою жертву хватают лапами. Активны хищные птицы в дневное время. Летают они, впрочем, и в сумерках, но в полной темноте не охотятся, в отличие от сов. Встречаются на всех континентах, кроме Антарктики, обитать могут и в тропических лесах, и в заснеженной тундре. В одном из Севастопольских питомников живет конюк обыкновенный по кличке Сармат. Опасности для человека он не представляет, птицу удалось даже приручить. Они охотятся в открытых пространствах, питаются млекопитающими, мелкими птицами, изредка могут поедать и падаль. У них очень хорошее зрение, как и у орлов. То есть с ними люди часто привлекают этих птиц к охоте, так же, как и ястребов. Соседствует сармат со степным курганником. Внешне птицы похожи, а вот характером отличаются. Конюк обыкновенный, более спокойный. В неволе живут такие питомцы до 50 лет, в дикой природе до 20. Кормим мы их мясом. Живой пищи как таковой мы не даем. Сколько мяса они могут съесть в день? Вот суточная потребность. Ну, где-то примерно около 400 грамм. Несмотря на то, что это такая, вроде бы, кажется, крупная птичка, кушает она не так уж и много. Сидеть. Обыкновенный и степной курганник относятся к классу ястребиных. Зрению этих птиц можно позавидовать. Даже находясь в полете или сидя на высоком дереве, они могут выследить любую добычу в радиусе 300 метров. Еще одна более крупная особь – филин. Размах его крыла может достигать в среднем 2 метров. Обитает в высокогорной тайге и смешанных лесах. Эта разновидность хищной птицы занесена в Красную книгу России, Красноярского края и Республики Хакасия. Ее зовут Даша. Даша где-то примерно около 15 лет. Живут эти птицы в природе 20-25, в неволе до 60 лет. Голова поворачивается у этих птиц на 270 градусов. Она пугает, она раздувается, когда она злится, она становится в 3 раза больше. И только когда глянешь на ее мощные лапы и когти, уже становится страшно. В неволе питается Даша 2 раза в день, съедает около 600 граммов мяса. Видите, она пугает, она шипит и боится. Вот это она уже приготовилась к кормлению. Все, она видит, что я захожу, значит, ее сейчас будут кормить. Да, Дашуля? Что касается личных взаимоотношений, филины – существа верные. Создают пару один раз и на всю жизнь. Сразу же после спаривания самка откладывает от 1 до 8 яиц. После насиживает их чуть более месяца. Самое интересное, у этих птиц, у них матриархат. Вот самка, она больше самца, самец практически на голову ее меньше, но они, самцы, очень хорошие папы. Мама, у них матриархат, и получается, самка использует самца только для того, чтобы свить гнездо и обеспечить кормом, пока растут дети. Как только детки подрастают, они всем семейством прогоняют отца до следующего брачного периода.
Живут по парам и более мелкие птицы – совы-ушастые. Питомцы эти совсем не приспособлены к жизни в неволе. Им нужно много летать, иначе мышцы моментально атрофируются, что может спровоцировать гибель хищника. Эта разновидность совиных обитает в лесах, предпочтительно в хвойных, а вот зимует в Африке. В отличие от ушастых, совы болотные деревьев избегают. Вьют гнезда в основном среди кустарников или высокой травы. Встретить и тех, и других можно в средней полосе России. В кладке болотной совы, как правило, 7-8 яиц. В первые дни жизни птенцов мама кормит их мелкими кусочками мяса, раздирая добычу клювом и придерживая лапами. В засушливых горах Крыма можно встретить белоголовых сипов. Живут они колониями по 30-50 особей. Устраивают гнезда в нишах обрывов и на скалистой местности. Питаются исключительно падалью, так что для живых существ опасности не представляют. Еще один крупный обитатель Крымского полуострова – хищник черный гриф. Размах крыльев этой птицы достигает 3 метров. Свою добычу, павшую козу, антилопу или овцу, может увидеть с 3-километрового расстояния. Гриф тут же прижимает крылья и с шумом приземляется на твердую поверхность. Соседи-падальщики, заметив такой маневр, присоединяются к пиру, и все вместе птицы наедаются до отвала. Среди небольших хищных птиц нашего региона длиннохвостая или обыкновенная неясыть. Природа не случайно наделила эту особь серым оперением, напоминающим древесную кору. Так, сидя на деревьях, сова маскируется. А вот маленьких хищников даже в Севастополе заметить нетрудно. Нередко на улицах слышно, будто пищит или мяукает котенок. На самом деле такие звуки во время охоты на грызунов способен издавать сыч – небольшая сова с крупной головой и коротким хвостом. Глубоко посаженные глаза птицы придают ей более грозный вид. Бояться хищных птиц человеку не стоит, но приближаться слишком близко тоже, как говорится, не вариант. Их резкие движения, острый клюв и длинные когти могут напугать кого угодно, так что специалисты советуют держаться на безопасном расстоянии. Таких пернатых домашними точно не назовешь. Однако наблюдать за ними даже через стекло, поверьте, очень интересно. На этом у меня все. До встречи в следующей программе «Лопоухости».